Всем привет! Сейчас я буду делать обзор на новый эпилятор от Браун. Браун Silk Appeal 7 Dual Epilator. Это самая новая модель у них и верхняя в линейке седьмых. Это самая дорогая комплектация. Я бы, честно говоря, купила бы другую, которая подешевле, потому что сам эпилятор вот такой. То есть он одинаковый будет везде у вас, только будет без вот этой вот штучки, вне зависимости от комплектации. А разница там не 1000 рублей. Просто я хотела себе немножко другую модель, ее не оказалось, пришлось мне взять этот. Но есть приятные плюсы. Это вот такая вот косметичка, которая была внутри коробки у меня. Замечательно белая, из кожзама, с серебряной молнией. Очень качественно сделано, с ней удобно в поездке ездить. Внутри у меня была еще одна косметичка. Точно из такого же материала. Это для того, чтобы возить с собой эпилятор. Очень удобная сумочка. Туда помещается все. Вот что там у меня было. Ну, начнем по порядку. Это зарядное устройство. Вы можете заряжать его. Вот есть такая база. Вы можете втыкать как в сам эпилятор, так и в саму базу. Вот здесь такое гнездо. Это очень удобно, потому что дома, чтобы стояло все красиво и аккуратно, и не надо было искать долгую зарядку, там не втыкать его, а вот так хоп, и он стоит. То есть очень удобно и красиво смотрится. А также в наборе было запасное вот такое лезвие, насадка для эпилятора. Это и основная. Чем она отличается? Это вот есть только в этой комплектации. Тем, что здесь есть бритвенный станок, вмонтированный вот в эту вот головку для эпиляции. То есть вот здесь будут щипчики эпилирующие, а вот это станок. Станок этот сделан совместно с компанией Venus. Сделан он для того, чтобы отшелушивать кожу и лишние волоски убирать, и сама эпиляция была бы быстрее. Тут есть вот такая вот крышечка, чтобы не порезаться. Я, честно говоря, этой насадкой не пользуюсь, так как она абсолютно бесполезна для меня. У меня иногда волоски пропускаются, и мне приходится несколько раз водить. Поэтому я пользуюсь только вот такой вот базовой насадкой, которая у вас будет как раз в любой комплектации, и не надо будет переплачивать. Это самая простая насадка. Естественно, плавающая головка у этого эпилятора. Свет, что самое, наверное, важное в эпиляторе, потому что без света просто невозможно. Вот так вот он светит. Это он включен. Вы здесь можете видеть несколько есть скоростей, две точнее. Очень удобно вот так вот крутится это все. Это зеленая, когда есть зарядка полная. Без фонарика вообще не представляю, как можно эпилировать что-либо, особенно подмышки. Ну, еще в наборе была книжка толстая с инструкцией, с тем, как пользоваться эпилятором, с разными советами. У меня ее нет, осталась только вот такая вот гарантия маленькая. Плюс ко всему я купила для эпиляции крем, о котором очень много говорилось в интернете. Это Амла крем. Обезболивание. Это местное обезболивание. Оказалось абсолютно бесполезной вещью. Делала я все по инструкции, но тем не менее, все равно мне это абсолютно не помогло. Больше часа я сидела замотанная в какой-то специальный типа клеенки что-то. Обезболивание что так, абсолютно одинаково по болезненности. Но сам эпилятор очень хороший. Просто я первый раз, когда пробовала, мне было страшновато, и поэтому я делала вот эту вот анестезию наружную. После первого раза уже совершенно не больно. То есть волоски становятся тоньше, мягче, и всякая болезненность проходит. То есть я уже на второй-третий раз это было, ну на третий, я думаю, все-таки, было то же самое, что и бритье. То есть по ощущениям не сильнее, не больнее, ничего. В первый раз, конечно, очень больно, и там уже не важно, какой у вас эпилятор, даже если очень хорош, вы не думаете, что будет как-то безболезненно. Этим эпилятором можно пользоваться под водой, с пеной, то есть полностью его окунать в воду.
Вот даже вот эти части, все-все-все. Вот это сделано для того, чтобы рука не скользила. В других комплектациях этого нету. Он вот такой вот красивый, весь искрящийся. Вот это тоже сделано, чтобы не скользила рука. Вот это все вот очень-очень все красиво и качественно сделано. То есть, ну, прям на ура. В воде, естественно, будет менее болезненно все это работать. Будет проще с пеной, то есть в душе его можно брать, не думать, что он намочится, бояться этого. Заряжать его можно только в неработающем состоянии. Это сделано для того, чтобы предотвратить всякие опасные моменты с током. Так как электричество и ванна, душ, лучше их вместе не совмещать. Поэтому его надо отдельно заряжать, а потом уже брать с собой в душ или в ванну. Но единственное, в ванной, в душе у меня лично волоски больше отрываются, что ли. То есть они хуже эпилируются, менее тщательно. И сам волос растягивается, и за счет этого качество эпиляции хуже становится. Вот такой вот кратенький обзор у меня был. Скажу, что это, по моему мнению, сейчас самый лучший эпилятор, который, во всяком случае, из тех, которые я пробовала. Оставлю обязательно ссылочку внизу на сайт русскоязычный Браун, где вы сможете конкретнее все прочитать, что с ним можно делать, как им пользоваться. Там будут различные комплектации этого эпилятора 7-го. Вы сможете подобрать, что вам больше нужно, какие насадки по цене, потому что можно тот же самый эпилятор купить гораздо дешевле, а получить то же самое фактически. То есть я пользуюсь, честно говоря, только вот этой насадкой. Другими я не пользуюсь. Поэтому ради вот этого переплачивать не стоит. Оставляйте свое мнение по поводу эпиляторов, если вы их пробовали. Если у кого есть видео, ответы тоже буду рада видеть. Всем пока и удачи!